Я очень благодарен, что мы с вами встретились. Поверьте, для меня это не просто опыт, это знание. Я учусь у вас, поэтому я очень ценю вот эти минуты, часы общения с вами. Очень благодарен вам за это. И знайте, что насколько только возможно, мы будем поддерживать ученых. Не потому, что я такой вот благотворитель, нет, а потому, что без науки в современном мире мы никуда не продвинемся. Вы люди известные, на вас смотрят, на вас равняются. Есть такие определения, термины в народе: профессор, генерал, там, министр. Это говорит о том, что вот эти люди, которые носят портфель министра, которые являются профессором, генералом, они не имеют права на необдуманные поступки. Мы же мнение формируем народа. Мы же лицо, если хотите, нашего народа.